Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, и вы находитесь на канале Гитармани. И сегодня с моим другом Бенедиктом. Привет, как дела? Я думаю, вы успели уже все к нему привыкнуть. Мы будем слушать педальку, которая называется Harley Benton California Sound. Расскажу немного о цепи подключения. Педаль подключается в ламповый преамп от компании Shiftline. Он называется Twin. Он эмулирует звук Fender. Также здесь есть кап-симуляция. Сюда я загрузил свой любимый импульс Mesa. И далее идет в звуковую карту. Давайте немного об этой педали. Ну, она в целом выглядит, форм-фактор имеет точно такой же, как все в педали Harley Benton такого типа. Справа у нас вход, слева выход. Справа мы видим разъем для питания 9 вольт. На задней поверхности у нас отсек под батарейку крона. На передней поверхности мы видим кнопку включения-выключения эффекта. Также мы видим 6 ручек регулировки. Нижние частоты, средние частоты, верхние частоты, drive, voice and level. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вас ждет много всего интересного. По тегу Muzlabor вы сможете найти все видео, созданные всеми ютуберами, которые принимали участие в этом мероприятии. Ну а меня зовут Сергей, это мой друг Бенедикт. Вы были на канале Гитармания, всем позитивного настроения, до встречи на ютубе. Всем пока.